Я хочу сказать, информационное пространство не зря дурит так, не зря делает такой перевертыш, когда говорится, что мысли определяют все. Нет, мысли не определяют. Они имеют определенную энергетическую нагрузку, энергосмысловую нагрузку, но не ключевую позицию. Они как рябь на воде, они не определяют. Рябь на воде, волны, да? Что, океан мучается, он страдает, что там, как бы, что что-то меняется у него как бы внутри? Нет, ничего не меняется. Это только поверхность. Поэтому вот эту поверхность с глубиной путать не нужно.